Ты должен четко понять, что то, где ты сейчас находишься, это твоих рук дело. Это не правительство виновато, не родители виноваты, это ты. Придет осознание того, что это я. Потом ты осознаешь, где ты находишься и в какой ситуации, нравится она тебе или не нравится. И ты должен себе сформировать то, где ты хочешь находиться. И это будет находиться где-то далеко от того состояния, которое ты сейчас. И чем больше разница потенциалов, то есть чем твоя амбиция выше, и чем меньше то, что ты имеешь, тем выше энергетика. Энергия возникает на разнице потенциалов, и тогда ты отсюда идешь туда вперед. Ты быстро хочешь прийти сюда. Да. И все будет сдвигаться туда, чтобы вся Вселенная тебе будет помогать для того, чтобы ты достиг своей цели и мечты.